Начал выпуск с главных тем. В Кизлюрте откроют новый детский сад на 250 мест. Принять дошкольное образовательное учреждение на баланс города в оперативные сроки поручил глава региона Сергей Меликов. Вопрос ввода детсада в эксплуатацию, а также строительства ряда других объектов образования обсудили на совещании в правительстве Дагестана. Так, для полного оснащения дошкольного учреждения необходимым оборудованием не хватает финансирования. Речь идет о компьютерной технике. Премьер Абдулфатах Амирханов подчеркнул, объект необходимо открыть до конца этого года. Для этого глава Кабинета министров поручил региональному Минфину в оперативные сроки проработать вопрос выделения средств на дооснащение учреждения. В рамках совещания также обсудили вопросы реализации в 2022 году программы по капитальному ремонту школ республики.